Капитальный ремонт моста через реку Шогрыш ведется ежедневно. Днем там работают порядка 20 человек, ночью – несколько специалистов. Степень готовности объекта проинспектировали представители администрации города. Ремонт этого моста действительно назрел очень давно. Было много жалоб, что есть на мосту провалы, обрушение тротуарных пешеходных зон. Были перенесены и заужены тротуары. Мост требовал капитального ремонта. Работы на правом мосту стартовали в январе. Подрядчик полностью завершил демонтаж старого моста, установил сваи для увеличения пропускной способности и приступил к устройству опор. Мост уширяется, он несколько шире становится, чем был ранее по проекту. То есть вот в настоящий момент ведутся работы по армированию шкафной стенки на четвертой опоре. Готовимся сегодня принимать бетон на ригель второй опоры. Подрядчик отмечает, зимний период осложняет работы, уходит время на прогрев конструкций. Несмотря на погодные условия, строительство идет в графике. Несмотря на то, что кажется, что объект небольшой, элементов много, они друг за другом последовательно увязаны в технологическую цепочку. И никак не обогнать, не перескочить через шаг. Поэтому приходится, мы отрабатываем все четко, аккуратно, с тем, чтобы обеспечить максимальное, как говорится, требование по качеству. Нацелены на то, чтобы в июле можно было, в начале июля, дать движение уже по этому мостовому переходу, элементу моста. По плану оба моста через Шогрыш будут открыты до ноября. Далее перекроют левый мост для продолжения ремонта. Срок сдачи всего объекта поставлен к октябрю 2023 года. Тамара Жигайлова, Михаил Протасов, Вологда РФ.